Здравствуйте! Сегодня готовим суп-пюре из красной чечевицы или турецкий суп мерджи. Нам понадобится для обжарки морковка, лук, томат, сливки и сама чечевица. Нарезали мелко лук, морковку натерли на терке. Промоем нашу чечевицу водой. Приготовим нашу зажарку, лук с морковкой. Промытую нашу чечевицу заливаем кипятком. Ставим на огонь покипеть. Как закипела наша чечевица, снимаем пенку. Добавили в суп нашу зажарку из морковки и лука. И продолжаем варить. Многие готовят его с картошкой для густоты. Но мы не любим очень густой, поэтому я делаю его без картошки. Поблендерим наш суп. Добавили томатом наш супчик. И немножко сливок, чтобы он более был нежнее. И немножко мяты. Кто любит с мятой, может добавить мяту, кто не любит, может не добавлять. Также насчет картошки. Кто любит с картошкой погуще, может сделать с картошкой. Посмотрите, какой он у нас густой получился. Поэтому я не стала добавлять картошку. Все, наш супчик готов. Наш крем-суп мерджи готов. И подаем его с лимоном.